out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Это были мои первые съемки полнометражного фильма. Она там работала, и пришел, впервые ее увидел с другом. Мы такие: вау! Вот, и у меня на то время была девочка, которая за мной ухаживала. И он такой: у тебя уже есть девочка, так что она моя. Я говорю: ну посмотрим. И все. Так мы вышли на наше общение. Ну, первое, что я помню, мне было всегда смешно, как он шутит. Поэтому именно вот его чувство юмора мне как-то сразу так понравилось. Мне были смешны все его шутки. И вот на этом, мне кажется, и завязалось наше с ним такое общение. Именно на каком-то юморе, на шутках, на веселье. У нас была вечеринка в кино после съемок. И я поехал домой, и вдруг она мне пишет, что ее везут в какую-то квартиру тусить дальше, но она не очень хочет. И я ей пишу, это, наверное, были роковые слова, я написал: если хочешь, я приеду. Она мне ответила: если можешь, приезжай. Вот, я собрался, за секундочку приехал. На следующий день мы провели всю ночь, тусовались, выпивали. На следующий день я кормил кота в одном доме, в музее. И я говорю: так, все, ребята, говорю, мне нужно идти кормить кота. Всем спасибо, до свидания. И она такая: так мы идем кормить кота. И я говорю: да, все. И так мы начали любить друг друга. Мы вместе снимались в одном кино, и однажды у нас получился экватор проекта, и у нас была вечеринка. И вот на этой вечеринке мы очень много разговаривали, очень долго были вместе. И вот как-то из этой ночи разговоров, шуток, веселья, какой-то в то же время такой теплоты и нежности, вот мы так начали встречаться. Наверное, самый романтичный, наверное, это была наша поездка на море. Это было то время, когда мы раскрылись друг для друга. Это была первая моя поездка на море. По крайней мере, для меня она была романтичной. Вот, где 7 дней у нас была круглосуточная романтика, и мы были только отданы друг другу. Почему-то для меня самый романтический момент — это когда Миша провожал меня домой. Мы еще тогда не жили вместе. И он меня провожал домой, и мы случайно зашли в Ноус, купили там 2 бутылочки шампанского, такие маленькие-маленькие-маленькие, и кусочек сыра или камамбер, или бри. И вот мы сидели на лавочке перед моим домом, ночь, уже 11 ночи, мы уже скоро бежать на метро, и мы сидим, пьем это шампанское, едим этот сыр, и это был какой-то такой самый романтический, теплый летний вечер, мы много разговаривали, пили это маленькое шампанское, ели сыр, и это... такие теплые воспоминания. Просто это, наверное, такой самый наш такой романтический момент. Вот он был какой-то такой теплый, такой необычный. И больше мы с ним ни разу не пили это маленькое шампанское. Конечно, мы ели сыр, но вот именно в такой какой-то обстановке это вот была какая-то магия там той ночи. От того, что меня зовут Миша, она говорит: мышонок. А я ей говорю: слон. Но я не знаю даже как. Но обычно она мне говорит: Мишенька, Мишуся, а прям какого-то такого дурацкого не помню. Он меня называет свинкой, зебрушкой, по-моему, кобылкой. Ну, это то есть такого нелепого. Но зебрушка — это хотя бы мило. Зебрушка — это мило, а свинка нет. Вот. Это было бы попурри на разные песни, потому что какой-то конкретно выбрать невозможно. Но большая часть была бы, наверное, веселых песен, типа каламбура. Тумба, тутура, тумба, тутура, тумба, пам-пам.
потому что я знаю, что мы с Мишей будем друг друга поддерживать. Что угодно, мы можем отправиться на безлюдный остров, мы можем вместе готовить, мы можем вместе строить дом. Это вообще наша мечта. Все говорят, что сложно вместе делать ремонт. Мне кажется, что мы можем пережить все, потому что мы друг друга поддерживаем, мы друг друга понимаем. Мы, ну вот настолько пазл наш какой-то сошелся в дополнение, что я не умею, делает Миша. Где сложно что-то делать Миша, делаю я. И вот мы такая вот прочная петелька-крючочек, и мы так прочно уцепились, что мы всегда друг другу поможем и поддержим. Поэтому я не боюсь ничего с ним. Your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend